Песни о городах России. В Горках Ленинских состоялся концерт солиста Государственного академического ансамбля России имени Людмилы Зыкиной Михаила Гаврилова. Михаил часто радует посетителей музейного комплекса довольно неожиданными тематическими концертными программами. Не стало исключением и это выступление. Подробности далее. Песни о городах России на этом концерте можно было не только услышать, но и увидеть. Перед концертом артист рассказал, что материал для выступлений собирает самостоятельно. Так получилось и в этот раз. Некоторые песни я привез только что с севера, откуда я вернулся с гастролей. Вот, во многих городах я был, про которые я пою. И сегодня будет очень интересный момент такой, что будет видеоряд во время песен. То есть люди смогут, которые не были в этих городах, увидеть, услышать именно вот о вот этих вот городах замечательных. Жительница Домодедово Наталья Скоренович – постоянный посетитель представлений и концертов в Горках Ленинских. Во многом именно благодаря тому, что к составлению репертуара здесь подходит нетривиально. Мы, знаете, очень регулярно ездим сюда на концерты. Если не каждый выходной, то через выходной точно. Мы следим за всем репертуаром здесь, за всей афишей. И мы очень любим это место, потому что мы недалеко живем, Домодедово, и нам очень нравится сюда приезжать. В репертуаре певца, как всем известный севастопольский вальс и Вологда, так и песни о Карелии и Сибири. Особое место занимают произведения о Москве и любимом Санкт-Петербурге, где Михаил Гаврилов работает по приглашению Мариинского театра. Концертная жизнь в Горках Ленинских весьма насыщена. В субботу, как правило, здесь проходят детские мероприятия, в воскресенье – концерты или театральные представления, ориентированные на взрослых. В формировании репертуарного плана принимают участие и сами зрители. Обратите внимание, справа у нас стоит столик, как раз где записывают люди свои пожелания, свои контактные данные, чтобы мы могли напрямую пригласить и проинформировать их о наших планах и программах. Солист Государственного академического ансамбля России имени Людмилы Зыкиной Михаил Гаврилов является частым гостем на сцене зала в Горках Ленинских. У него уже есть и поклонницы. Им даже снимать выступление не возбраняется, как говорится, на долгую память. Встреча всегда с Михаилом – это вообще праздник. У него разные программы, обширнейший репертуар, великолепнейший баритон. И вообще я его люблю. И артист отвечает своим зрителям взаимностью. В этот раз в концерте прозвучали песни о 10 городах России. Но Михаил признается, что если этот формат понравится зрителям, подобные тематические выступления будут продолжены. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.